Ну, весь фокус к Джимми Ли Самуэль, спортсменке из Нидерландов, естественно. 23.04 ее лучший результат в этом году. Это быстрейшее время среди всех с этого забега. Лиза Брызгина вернулась после двухлетнего перерыва на дорожку. Вот она бежит по седьмой. Ну, посмотрим. Еще раз напомню, двое первых напрямую выходят. И остальные добираться будут по результату. Итак, Джимми Ли Самуэль, естественно, выигрывает. Лиза третья. И представляющая вторая. 23.06. Результат очень приличный. Правда, лучшее время принадлежит Дафни Скипперс. 21.93. Понимаете, что близко даже никого нет из европейцев. Любаня Грино следующая.